Всем привет! Как всегда, спасибо за то, что смотрите эти ролики, слушаете эти монологи, смотрите ролики, слушайте монологи, пишите комментарии, просите что-то показать, о чем-то рассказать и вообще доставляете мне удовольствие вот этим самым ответами на вопросы друг друга, обсуждением того или иного и прочего 5-10. Напоминаю вам о существовании плейлистов, потому что если хотите какую-то пластинку увидеть в моих руках, посмотрите на плейлисты сначала. Их там много, и в плейлистах уже много всего, много. Так что, скорее всего, вы что-то там найдете для себя интересное, то, что хотели бы увидеть. Вот. Ну, а я, читая комментарии и вообще долго живя достаточно, много общаясь, понимаю, что огромное большинство наших сограждан считают рок-музыку чем-то большим, чем просто рок-н-ролл. Чем-то грандиозным, судьбоносным, влияющим на умы, на сознание, на образ жизни. Это все так. Соглашусь с этим. Но люди хотят, как одна группа поет, людям нужна поэзия, на. Да? Люди хотят поэзии, на. Люди хотят грандиозного чего-то, такого адского, в хорошем смысле этого слова, как какая-нибудь хард-рок-группа выходит и бу-бум, и все это такое огромное, величественное, и кажется, что серьезное, кажется, что умное такое. Ну, в некоторых случаях да, в некоторых случаях умное. Во всех остальных не особо, а просто поп-музыка коммерческая, такая в массе своей. Но мы ее любим, я ее тоже люблю. И то, что она коммерческая, она хуже не становится. Ну, о грандиозности. Вот были времена, там, 60-е годы прошлого века, когда люди играли рок-н-ролл, играли круто, отлично, там, The Who, Rolling Stones, Beatles. Вся вот эта компания рубила, просто многие до сих пор рубят, и очень здорово. Я Rolling Stones прямо слушаю, собрал все пластинки и слушаю. Не могу насладиться до сих пор. Люблю рок-н-ролл хороший, да. И Beatles в том числе. Ну, Beatles вообще на первом месте, так сказать, да. Но появились ребята, которые стремились в сторону создания чего-то монументального. Такого. Битлз это круто, здорово, но хочется египетских пирамид настроить из своих звуков гитарных. И вот группа Крим, собственно говоря, настроила. И у меня такое ощущение, что именно группа Крим повлияла на появление так называемых прогрессивных гитарных монстров, о которых сегодня немножко я поговорю. Например, группа Колоссиум. Есть пара роликов у меня в плейлистах, посмотрите. Я обожаю эту группу и люблю ее, не скажу, что с детства, но с юности точно. Прямо вот Криса Фарлоу, там Джона Хайсмана, Дэйва Гринслейда, вот эту всю компанию, Дэйва Клемпсона, гитариста. И вся вот эта команда Колоссиум, это действительно это монументальные построения, грандиозные, тяжеловесные и в то же время легкие и музыкальные. И там столько всего это. Ого-го, что это вам не Satisfaction при всей моей любви к Rolling Stones. Но это разные вещи, да. Вот одни играют Satisfaction до сих пор, и это кайф, я обожаю, я слушаю, торчу просто. А другие строят вот эти вот замки рок-н-ролла. Вот Колоссиум построили такой замок, это действительно просто ого-го что. Но группа в 72-м году распалась, потому что Дэйв Клемпсон, прекраснейший гитарист, который переиграл с сотней рок-музыкантов и с двумя сотнями джазовых музыкантов, он ушел из группы Колоссиум, которая хоть и была грандиозной, но большого финансового успеха не имела и зрительского, в общем, имела в Европе, в Англии, в Америке как-то не очень получалось. А без завоевания американского рынка считай, что ты не завоевал ничего. Ну, так сложилось. Это факт жизни. Мы можем любить это, не любить это, так сказать, презирать, не презирать, боготворить. Абсолютно не важно. Это факт жизни. Если ты занимаешься рок-музыкой, шоу-бизнесом, если у тебя
в Америке нет успеха, то ты, в общем, успеха не добился. Что не говорит о качестве твоей музыки. Музыка может быть великолепной, замечательной и остаться в веках, но финансового успеха ты не добьешься без американского рынка. И Клемсон ушел в группу Humble Pie, которая была менее грандиозной, более рок-н-ролльной. Я о ней обязательно расскажу. Я люблю Humble Pie, у меня несколько пластинок есть. Одной, по-моему, не хватает, остальные все собраны. Она была более рок-н-ролльной и более финансово успешной, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, и там было все хорошо вообще, в Humble Pie. И группа, собственно говоря, и распалась, Colossium. Не навсегда, слава богу, потом собралась опять, и свежие пластинки, относительно свежие, значит, у меня тоже есть, тоже покажем, поговорим, да. Но два упоротых абсолютно человека, завернутых на роке, на джазе и на классической музыке, не могли оставаться неудел. Это Джон Хайсман, один из основателей Colossium, и Марк Кларк, бас-гитарист. Они буквально несколько дней помыкались, и потом появилась группа под названием Tempest, вот, которую я сегодня и хочу подержать в руках и показать всем нам на радость. Видно обложку? По-моему, видно, да? Хорошо. Вот такая вот картинка. Вокалистом стал Пол Уильямс, а гитаристом, не падайте в обморок, Алан Холсворт. Это первая большая такая серьезная работа величайшего гитариста всех времен и народов Алана Холсворта. Простите меня, все любители хардроковых гитаристов, но Алана Холсворта, если кто не знает, боготворили все, начиная от Фрэнка Заппы и заканчивая Эдди Ван Халеном. Все считали, что это вершина недостижимая вообще в игре на гитаре. Заппа и Ван Хален – это авторитеты, да, в гитарной игре. И получилась группа Tempest. Вот будете читать в интернете про нее, не верьте тому, что там написано, потому что все небольшие рецензии о группе Tempest, они все, во-первых, дублируют друг друга, и все в один голос говорят, что группа похожа на группу Juicy Lucy, в которой пел Пол Уильямс. Вот один из величайших вокалистов Великобритании, Англии, там, Европы, всех времен и народов, если говорить о рок-музыке. Это супер, это мега-голос, просто Пол Уильямс, вот он. Красненький. Он действительно пел в группе Juicy Lucy, но ничего общего, кроме того, что люди играют на гитарах и барабанах, здесь нет. Потому что Juicy Lucy, тоже я поговорю про нее, это все-таки это чистый рок-н-ролл, блюз, фолк и немножко абсурда психоделического. Хорошая очень группа, я очень ее люблю, особенно первые два альбома. То это как раз продолжение того, что играла группа Colossium, только без духовых. И в смысле грандиозности это еще колоссальнее, чем Colossium. Это такой уже монумент самим себе, что будьте нате. Это, если говорить о, использовать термин прогрессивный рок, это такой пере-пере-мега-гига-прогрессивный рок Англии 1972 года. В 1972 году записано пластинка, октябрь-ноябрь, вышла в 73-м. Называется просто «Tempest». Буря. Страшная. И тут, конечно, да, тут... Критики не любят этот альбом. Я не знаю, почему. А не надо читать, надо просто послушать безотносительно критиков. И пластинка стала популярной, коллекционной, знаковый, культовый, как угодно можно говорить, с годами. Потому что когда она вышла в 73-м году, как-то были другие любимые авторы, а все привыкли к группе Colossium. Colossium распался. Ну что там после Colossium? Уже все, ничего нет, да? А появилась вот эта штука. И, конечно, тут с самого начала... У меня, кстати, оригинальчик японский, правда. Правда, японский, правда, не английский, но первопресс все равно... Первая песня «Горгона», «Медуза Горгона», «Горгон» называется она здесь, «Медуза Горгона», но это, собственно говоря, эмблема коллектива, вот она. Всего два альбома у Tempest, если
что на всякий случай напомню, вышло. Вот, и это самая Горгона начинается, все хорошо, акустическая гитара, таинственная, таинственная, и обратное эхо, которое мы заимствовали у группы Led Zeppelin, изобретенное Джимми Пейджем, как говорят, хотя я думаю, что и до Пейджа кто-то такие подобные вещи использовал. И вот эта история, называется, ничто не предвещало, но с этим обратным эхо голос Уильямса могучий и акустическая гитара таинственная все-таки предвещает что-то. Ну и название само Горгона, оно тоже предвещает. И правильно предвещает, потому что Холсворт заиграл вдруг такой хардроковый риф, сложный при этом, достаточно выстроенный и длинный, что, понимаешь, ага, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, в общем, хорошие ребята, но не только они умеют играть тяжелый рок. Если бы так все было, это не просто тяжелый рок, это такой навороченный тяжелый рок, такой сложный по гармонии, по мелодии, по длинному, тоже такое длинное пение, да, с длинными нотами, и все время усложняющиеся гармонии, все время они куда-то развиваются, не пойми куда, возвращаются, ну, правда, зацикливаются, правда, они не уходят в бесконечность, все-таки, гармония, я имею в виду, все-таки, из тех 7 аккордов, 8, которые в ней наворачиваются, все-таки выстраивается лесенка, которая заканчивается, возвращается и начинается снова, то есть, можно привыкнуть. В общем, вот этот бешеный хард джаз бездуховых, фьюжн рок бездуховых, чтобы никого не напугать, он бьет по голове такой торжественностью своей, такой грандиозностью, что думаешь, ага, Колоссиум никуда не делся, Колоссиум продолжается и, может быть, даже в лучшем виде. Холсворт здесь играет в первой же вещи свое уникальнейшее соло со своим этим легато неимоверным, от которого сходят с ума все гитаристы мира до сих пор, слушая Алана Холсворта, все его сольные альбомы и альбомы с его участием. Это невероятная штука. Fires of Fun, следующий номер. Еще более конкретный роковый задел пошел, и после второго куплета Холсворт играет еще одно соло, но совершенно в другой манере. Он может играть в разных стилях, владеет стилями как угодно, можем так, можем этак. Играет чисто роковое соло, уже без вот этих длинных легато своих, хотя тоже там присутствует этот прием, но уже ближе к таким традиционным хардроковым историям. Дико быстро, дико скоростные какие-то такие штуки. И Холсворт всегда играет академически четко, академически точно. Никакой грязинки, ничего, нигде. При этом музыка ревет, все гремит, все громыхает. Хайсман играет на барабанах в джазовой манере своей, в джаз-роковой, поливая по всей установке, используя все барабаны одновременно. Все время причем. И при этом такой вот академизм Холсворта с роком, с тяжелым, с фьюжн, со скоростью, с фантазией, с бешеной. Это очень впечатляет. Вот что я хочу сказать. Duck House, следующий номер. Медленная песня, вроде бы про любовь, но такая тяжелая, из гранита вытесанная и мрачная, что, в общем-то, кажется, что и не про любовь, что какой-то такой ух, что делать. Brothers, последняя песня на первой стороне, она мне не вызывает какого-то бешеного восторга, потому что грандиозность первых трех номеров, она подавляет уже совершенно. И кажется, что ну все. Но переворачиваешь на вторую сторону, Up and On, песня первая на второй стороне. Когда она начинается, понимаешь, что вся первая сторона, вот эта грандиозная, она была только эпиграфом к тому, что началось на второй стороне. И вот Up and On, это уже Вавилонская башня, которая построена, в отличие от настоящей Вавилонской башни, которая недостроена, да, а это уже построено, и она уходит в небеса, и вот это up and on, это торжество разума британских музыкантов. Ничего другого я сказать не могу. Это примерно та музыка, которую через несколько лет станет играть группа Rush,
Хотя на Rush больше похожа песня Fires of Fun, вторая на первой стороне. Ну, то есть Rush похож на нее потом стал. Но здесь это такой монумент тяжелому року, который ни одна другая группа не вытесала ни из чего. Ну и дальше все так же круто. Песня Upon Tomorrow последняя. Там Холсфорд играет на скрипке. Невероятное соло. Вот такое запредельное. Совершенно потом переходит на гитару. И, в общем, это колоссальнее, чем Colossium. И, может быть, громче, чем Deep Purple и Black Sabbath даже. И с фантазией, и с джаз-роком, и со всеми делами. Tempest, 1973 год. Это первый альбом группы Tempest.